and gentlemen, welcome. Essential Intelligence of Ibiza. SCG. Ты помнишь, как-то он Дусю водил, а Дуся была на танкетке, вот на такой по старому городу пробиться. Боты снимает. Мы приехали в Бенахавес. Блин. Блять, вот она, эта улица, где дверь. Если бы тут была зима, тут можно было залить бы все это дело водой и ездить на санках вниз. Шикарная дорога была бы. Стас, привал, 2 секунды. Ну как привал, пойдемте. Левый, правый. Какая красота! Да, вот он. А вот он, Бенаси, вот фотография его. Бенаси? Это ж как ты если в картине. Вот он, красавчик. Он последний. Это он? Вот он, Бенаси. Куда мы пришли? Своей смерти умер, его еще специализация, он делает это памятник. А, это памятник? Снимаем. Так, а мне его чистать-то вот? Давай. Не, я здесь. Аккуратно, что-то я делаю. Дальше, Стасик. Одно, нет? Это сванедито. Это я. Мадромин. Era este, creo. Este me parece bueno, sí. Foto. Ay. ¿O no? No, me parece otro. ¿Es otro? Cortamos. Estoy. Ahora sí. Maravilloso. И коробка с ними там написана, но это ж меньшего. Круто. Перфекто. Ahora tiene aquí, perdón. Tiene. Aquí lo que pasa es que se ve poquito, es número 1-5. Ajá. 1-5 no, 5 del 15. 5 de 15, пятый из 15. Muy importante, 5 del 15. 15 всего, да? И un momento. И опять. Esto para el futuro, para mí es muy importante. Ah, vale, certificado. Certificado, firmado, pertenece a la señora Mechova, es la fecha. Y dice, muy generoso. Besan, certificado, el anillo de solo 15 unidades. Y el suyo es el 5 de 15. Perfecto. Es como edición limitada, muy importante. Вот это вот какой-то арабский шейх умерший. Для него сделана статуя. И вообще вот эти все люди, они умерли. И их родственники заказали вот такие вот статуи. Очень живо выглядит. Esta la tengo en Málaga, en Granada, está puesta en los pueblos. Aquella, una del final, tiene 6 metros de altura, que ya está en Francia. Luego esta también ahí se puede, cuando tú quieras, el día de mañana, para un regalo, se puede hacer la cara de tu bebé en una anillo, en oro. Так, снимаю. Снимаю. А это Дон Кихот из бронзы. Вот тут, понимаешь, реально арт, да? Вот такой арт, который я люблю. Мне понятно, вот это. Вот мне с Суманского моря видно. Все, смотри, ничего не двигается, как будто это декорации. Какие декорации? А здесь ничего не двигается. Вот этот город, он такой вот. Че тут говоришь, бычий хвост едят? Бычий хвост, вот это самый ресторан, где едят окстрейл. Бычий хвост. Нет, спасибо. Кстати, очень неплохой бычий хвост стоит.
это какой, нижний или верхний? Верхний. Средний. Так, Стас, не уменьшаем. Вот это раньше была еще одна галерея, сейчас не знаю, что там, но тоже ресторан. Видишь, вот эта хрень, красивая дверь. Это раньше была галерея тоже, был чувак такой, у меня дома ваза стоит на столе в салоне. Волшебный город, но просто в нем как-то не так, особенно летом, когда очень жарко. Очень... Ну, потому что здесь специальные бачки, это экологическая зона, и для каждого бачка свой мусор. То есть тут бутылки, да, ну как бы, да, слушай, они тут берегут себя.